Гомельский химический завод является одним из ведущих предприятий по производству удобрений в Беларуси. Благодаря новым технологиям предприятие может производить азотно-фосфорно-калийные удобрения с различным набором макро- и микроэлементов, что помогает повысить урожайность фермерам по всему миру. Сегодня Гомельский химзавод выпускает более 20 видов продукции, многие из которых по качественным показателям соответствуют лучшим зарубежным аналогам. Для Гомельского химического завода качество, вопрос качества является ключевым, потому что более 65% всей выпускаемой продукции мы поставляем на экспорт. Естественно, только с качественной продукцией, только с достаточно широким ассортиментом выпускаемой продукции мы эксклюзивности мы можем конкурировать на внешних рынках с серьезными мировыми компаниями, прежде всего российскими. Для нас, конечно же, экспорт является ключевым, основным показателем. Здесь есть нам чем гордиться. Мы из года в год наращиваем объем экспорта. Ниже 100% мы уже давным-давно не опускались. А 95% выпускаемой продукции составляет удобрения, фосфорные удобрения, азотно-фосфорные либо азотно-фосфорно-калийные удобрения. На внешние рынки мы продаем азотно-фосфорно-калийные удобрения. Мы выпускаем более 30 марок различных под различные сельскохозяйственные культуры с различным набором микро- и макроэлементов. Для правильного развития любому растению необходимо получить из почвы три основных питательных элемента – азот, фосфор и калий. Каждый из них имеет свою функцию. Благодаря азоту развивается зеленая масса растений – стебли и листва. Фосфор обеспечивает рост корней и ускоряет цветение, делая его обильным. Калий отвечает за общий рост растения и образование побегов и плодов. Однако при интенсивном земледелии почва истощается, то есть в ней резко снижается содержание усваиваемых растениями минеральных веществ, которые необходимо постоянно компенсировать внесением удобрений. И здесь в помощь аграриям продукция Гомельского химического завода. Итак, как же делается комплексное гранулированное азотно-фосфорно-калийное удобрение? Ежедневно на Гомельский химзавод поступает сырье со всего мира. Фосфориты из Северной Африки, апатиты из Заполярья, российские газы- и нефтеперерабатывающие комплексы, а также Мозырский нефтеперерабатывающий завод поставляют серу. Калием обеспечивает один из крупнейших в мире производителей хлористого калия предприятие «Беларусь-Калий», поставщик аммиака «Гродно-Азот», а также российские предприятия. Производство комплексного азотно-фосфорно-калийного удобрения входит в 4 основных компонента – аммиак, карбамид, хлористый калий и фосфорная кислота. После необходимой обработки смесь сырья в нужной дозировке поступает в барабанный гранулятор. Именно здесь методом окатывания и будут сформированы гранулы удобрения. Процесс производства удобрений полностью автоматизирован.
Готовое комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение отправляется на склад готовой продукции, где хранится удобрение, расфасованное по 500 и 1000 килограммов. Возможно, также фасовка по 3, 20 и 50 килограммов. Продукция отфасовывается на узлах фасовки, грузится в подвижной состав и поставляется потребителям в ближнее зарубежье, страны Балтии и в Украину. Особое внимание на предприятии уделяют контролю качества. Вся продукция проходит входной сырьевой контроль и 8 уровней контроля внутри производства. Каждый час 12 лабораторий отбирают пробы на анализ соответствия требованиям заказчиков. Свыше 100 сотрудников лаборатории круглосуточно следят за качеством удобрений, чтобы партнеры и потребители во всех странах мира получали удобрения с набором макро- и микроэлементов, соответствующим их пожеланиям. Лаборатория контролирует качество сырья и готовой продукции, всей продукции, которая выпускается на заводе. И все сырье, которое поступает, тоже проходит через эту лабораторию. Происходит входной контроль сырья и готового продукта гербицидов, таких как Pilaround, Roundup, Pilaround Extra. Мы определяем основные вещества этого сырья и готового продукта и уже даем заключение о качестве продукции. С 2008 года Гомельский химический завод является членом Международной ассоциации производителей удобрений, что говорит о качестве и соответствии удобрений Белферт нормам и требованиям мирового сообщества сельхозпроизводителей. Внедренная на предприятии система менеджмента качества соответствует международным стандартам. Это подтверждено 6 сертификатами, выданными предприятию Всемирным агентством по сертификации. Сегодня продукцию Гомельского химического завода хорошо знают и ценят сельхозпроизводители России, Украины, Польши, стран Балтии. Всего же география экспорта на данный момент насчитывает свыше 20 стран мира. И эта цифра растет, ведь на заводе постоянно работают над повышением качества продукции и расширением ассортимента. К примеру, одна из последних новинок – комплексное МПК-удобрение марки 9-14-27. Уникальность нашей продукции заключается в том, что помимо азота, фосфора и калия в одной грануле, мы предлагаем покупателям еще и серу. Сера – это тоже достаточно нужный для растений макроэлемент, поэтому уникальность в том, что мы еще и серу добавляем. Но также под различные заявки мы можем обеспечить добавление в гранулу еще и микроэлементов, таких как бор, железо, марганец. То есть под различные культуры необходимы еще и микроэлементы, которые благоприятно влияют на рост растений.